В Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике есть отдел книжно-рукописных фондов. Рукописное Федоровское Евангелие относится к числу уникальных произведений письменности XIV века. В фонде свыше 10 тысяч экспонатов. Собирать редкие книги начали со второй половины прошлого века. Пополняется коллекция и по сей день. Книги привозят сюда из археографических экспедиций, поступают они и из частных коллекций. Материалы фонда широко используются историками, филологами, этнографами, искусствоведами. Здесь хранится и первое печатное издание «Слово о полку Игореве», и первый печатный провинциальный русский журнал 18 века «Уединенный пошехонец». Гордостью фонда являются изданная в 1917 году работа Владимира Ильича Ленина «Удержат ли большевики государственную власть» и первое издание «Капитала» Карла Маркса на русском языке. А вот редчайшее собрание разных песен и пьес для клавикордов. Ему более 200 лет. Эти удивительные сокровища – памятники человеческой мысли, тысячелетней истории русской литературы.